Первое архиерейское богослужение совершено в строящемся храме. Митрополит Воронежский Лискинский Сергий помолился вместе с прихожанами церкви иконы Божией Матери Всецарица, расположенной в новом жилом микрорайоне Воронежа, Московский квартал. Престольный праздник Нижнего храма состоялся в день Рождества Иоанна Крестителя. И пока в Верхнем Всецарицынском еще ведутся работы, прихожане молятся здесь. Перед началом литургии митрополит Воронежский Лискинский Сергий совершил освящение иконостаса, а также напомнил собравшимся об истории рождения предтечи Господа. Господь нам показывает на то, что никогда не изнемогает надежда, которая основана на живой вере в Бога. И мы с вами ни в каком деле, а тем более в деле рождения чад, не должны терять надежды, что Господь благословит нас зачать и родить чадо. В свою очередь, отец Андрей Скакалин поблагодарил архипастыря за радость совместной молитвы и преподнес в дар малое архиерейское облачение. Также владыка Сергий поднялся в верхний храм, где еще ведутся работы. Во время осмотра отец Андрей рассказал о завершающем этапе строительства Дома Божьего.